понимание ищите. Освободив неизбежным способом достижения цели, превратившись в совокупность спецопераций. Медицина. Прогресс генной технологии и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить геном и значительно увеличить продолжительность жизни. Развитие сетей позволит дистанционно в постоянном режиме наблюдать за состоянием здоровья. Онлайн-диагностика, консультации и обследования станут обычным делом, а возможности обслуживания не позволят этому. Граждане не будут столь болезненными. Беременность, как правило, будут уносить сознательные группы матери. Стареющие органы будут менять на новые. Выращивание из нервного материала пациента. Это позволит приблизиться к бессмертию. Мы еще вернемся. Я видел. Школьные вузы, третьи люди постепенно будут исчезать. Карьера в одной школе
3D. 3D, по-моему, 3D тоже. Да, вон 3D камера стоит.